Баку сразу вошел в тренинг дистанции. Без разведки, я скажу так, начал жесткую атаку. Ну, а Гага-Драга решил перекрыться, немножко сейчас поработать вторым номером. Молодец Бату, в принципе, делает свое дело. Опасный удар коленом прошел. Надо единственное помнить прекрасный Батой. В этом прекрасно помню о том, что у Драга очень жесткий удар. Причем по любому уровню он бьет и ногами, и руками. Жестко пробивает Бату. Да. Как удары руками, так и ногами. Молодец, ох, молодец. Я не ожидал такого. Работает, такого, такого начала, но достаточно жесткое начало. Гага-Драга уже потрясен. Да, фактически разбивает его в первом раунде. Несколькими, да, жесткими боковыми ударами Бату. Молодец, Бату, молодец. Хорошо. Нельзя расслабляться, нельзя расслабляться. Жесткий удар по пичке не прошел. Вот еще один удар. Совет понятно, Сергей. Сейчас Бату все делает правильно. Вот я думаю, да, тактически. Вот ни в коем случае нельзя давать возможности Гага-Драга атаковать, разорвать дистанцию. Ни в коем случае. Только средняя дистанция. Опа, есть. Молодец, молодец. Жесткий удар. Вот это да. Достаточно жесткий удар. Посмотрим, сможет ли Гага-Драга восстановиться. 8 встал. А Бату отодвигает, осудил, мол, ну-ка, сейчас дорабатывать будем. А здесь вмешательство... Сильное жесткое рассечение. Да. Получил Бату. Пока нельзя отпускать, ни в коем случае нельзя отпускать. Молодец. Молодец, дорабатывай, молодец, хорошо. Нужно добить. Иначе... 20 секунд. Есть. По-моему, это нокаут. Это тот же нокаут. Уже Гага-Драга не поднимется. Жесткий, да, красивый, да, нокаутирующий удар. Молодец. Поздравляю, Бату. Вот это да. Бату сделал все, чтобы на соперника наброситься практически вот с самых первых секунд. Сергей, насколько ждали очень, вот именно такого развития? Очень тяжелый нокаут. То, что я сейчас вижу, это потрясенный Гага-Драга. Ну, Бату молодец. Дело в том, что он получил жесткое рассечение. И если бы он отпустил как Гага-Драга, то, возможно, пришлось бы... Просто в дальнейшем, почему? Потому что врач мог даже снять за такое рассечение. Бату не упустил свой шанс. Молодец. Добил. Красивый поединок. Еще